Чтобы отдекорировать деревянную фоторамку, нужно увеличить площадь декора. Для этого вырезаем из картона рамку нужного размера и присоединяем на мебельный степлер. Теперь начинаем декорировать. Все мелкие предметы, оставшийся декор, сломанные сережки или какие-нибудь пуговицы, все это пойдет в ход. Делаем композицию. Чем больше будет элементов, тем интереснее будет результат. Поэтому смело можно клеить много деталей друг на друга в несколько слоев. Декор готов. Красим все акриловой аэрозольной краской. Фоторамка есть в любом интерьере. Сделав такой оригинальный декор, она станет центром композиции любой комнаты.